Друзья, всем здрасте, всем привет, привет! Ну, это... Да, вот так вот, составка будет. В общем, всем здрасте, всем привет, привет. Мы быстренько кушаем и убегаем. У нас сегодня кино. Конечно, если бы я знала, как оно все обстоит. Кино и казино. Да, я бы, наверное, планы свои поменяла, но... Планы, они уже были сделаны. У нас сегодня суп. Пробуем рассольник, который вчера готовили. Дай, пожалуйста, вот это майонез, будь любезен. С посыпом. Так, у нас колбаска, сырочек, бутербродики, фруктики. В общем, все, что осталось, девочки. Голодать будем. Будем она. Новый канал заведем на Дзене. Потому что на YouTube все равно ни хрена не так. А это, сделаем это. Как выжить на сотку? Вот. Правда, такие каналы уже есть. Придется практиковать. Все, Вова, как последнюю колбаску кушаешь. Приятного аппетита. Так, вот тебе, смотри, вот эти две, а вот эти мы все убираем. Это я лишнего просто положила. Понимаешь, у тебя две колбаски. Для красоты, да. Да. И все, Вова, придется тебе идти на работу. Все, Вова, все. Халява кончилась, видишь? Халява кончилась. Рекламодатели прямые, придите к нам, пожалуйста, нам кушать нечем. Не, ну а что, зарплата так не поступила за июль-то. Это за июни. Вот так вот. Когда придет, я как ее уводить, тоже не поняла. Короче, да. Пиздец. Пиздец, подкрался незаметно. Не переигрывай. Ты что, да? Переигрывай. Я там что думает, наверное, конечно, что я так. Хочу позвать. У меня слезы уже. Я когда, знаете, когда я пытаюсь что-то сыграть, может мне в актерское пойти? Может там будет хоть стабильно платить? Может мне какого-нибудь режиссера видит? Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись, открой сокрытые негой взоры, навстречу северной авроре явись. Еще ты помнишь в юга. Так, видите, я хорошо читаю стихи. Линия. Кстати, я когда была маленькая, у меня даже на конкурсы выставляли. Да. Я читала стихи. На да. Тумбареточке, да? Нет. Это прям конкурс был. Конкурс? Угу. На тумбареточке. От школы. Нет. От школы выставляли. Вот, и я читала стихи. Ну, две. Как сказала. Все? Все? А, подожди, что значит откладывание? Так, Вован снова начал откладывать бутерброды. Значит, что-то хреново. Зима близко. Слушайте, рассольник прям классный. Слушай, а тетя Нине там не нужны работники? Два таких кабана мы вскопаем. Может, там это она нам одолжит? 2 метра. Мы там картошку хоть на зиму посадим. Успеем. Нет, надо уже не успеем. Ребят, что жрать-то будет? Худеть придется. 4, кстати. У меня слезы льются. Причем это не за переигрывание. Блин, я переживаю. Все, эмоциями накрыт. Как я не люблю, когда мне все идет не по методичке. Так вот. Да. У меня истерика. Хлебушка вкусный. Ох, придется машину продавать. Надеюсь, банк нам разрешит. Мы не вытянем ее. Покатался, поднабрал с опыта. И ладно. Слушай, у тебя там зубы не золотые? Нет? У тебя там масло не золотые стоят, нет? Жалко. А то бы мы тебе зубы выдрали. Все равно колбасы не будет в зубах есть. Хороший. Специально себе поставил нормальные. Чтобы не выдрало, да? Металл и керамика тоже стоит. Вкусный. Видите, не у хейтеров получается закрывать мой канал, а естественным путем. Только походу
скоро это многие так каналы будут себя так вести. Да. Не, ну кто-то платит по $500. На 50% отдает. Нет, $500 это там это максимально. А так вообще 50%. Ну, блин, просто 50% отдай. Ну, вообще. 50%. Это мне сразу вспоминает девочку тут. Чё? Ты понимаешь ли? Там не сказано, от какой суммы 50%. Там сказано 50%. Но не более $500. Вот именно. То есть, что ты $1000 получаешь, $500 заплатишь. Что ты $10000 получаешь, $500 заплатишь. Ну, блядь, если... Пардон. Если бы я получал $10000, я бы, может... 50% это больше. Пох. Ну, когда ты получаешь намного меньше, отдавать 50%... Грустно. Видите, как они действуют? Они... Ну, ходит полностью, они не закрывают, как некоторые банки там. Ты же самый хомяк, он же может работать с этим всем. Ну, он просто взял, закрыл, все, мы не работаем. Они продолжают работать, да? Но при этом нас, людей обычных, обдирают как липок. Сволочь. А так же не просто вот мы. Кто-то, например, знаете, многие люди там, не знаю, моряк дальнего плавания, да? Ушел, например, работать. Ему там платят в долларах. И он присылает деньги сюда. А как он должен прочислать деньги, если, вот, например, отключено? Вот как? Никак. А как тут дети живут и прочее? И вообще жены. Ну что, вот. Еще один банк, говорю, позвонил. Говорит. Ну, если у вас зарплата 5000, то мы рассмотрим, если... А если меньше, то... Короче, бомжи лезут. Нормально тогда. Фишка в том, что сделаешь, а он опять только. Ну, фишка в том, что через месяц опять там херня будет. Фигня. Угу. Я говорю, я уже устал каждый месяц бегать по этим банкам. Если в прошлый раз деньги быстро вернулись, то да, они как-то зависли. Ладно, будем копить на оценку. Блин, если сам оценка накроется, мы просто потеряем все. Что там накроется? Не, ну если они возьмут, например, закроют все русские оценки. То есть они сейчас закрыли возможность их просто открывать. Так, ты колбасу уже сожрал. Ну-ка положи на место. У тебя было только две. Видишь, я две взяла, и ты... Ну-ка бы... Вова! Все. Вова! Жесткая экономия! Тут, понимаешь, что девочки посихают на колбасу. Я же тебя не пасусь. Жрет, как конь. Все, пересматривай свои вкусовые предпочтения. Вспоминать будешь. Он видео это, мукбанки наши пересматривать будешь. Сколько ты колбасы-то сжирал. И вспоминать и пускать скупую мужскую слезу по колбасе. Смотреть ее будешь только на видео наших. Вот одно тебе это останется. Буду включать, глядеть и кушать хлеб с маслом. С маслом? А, пустой. Растительным. И солью. Угу. Знаю, как маслицем поливали, солицей вот это вот. Или сахаром что там. А, сахар. А сахар тебе нельзя. Знаешь, просто маслом будет. Соль. А не сахар. Угу. Блин, губу укусила. Такая колбаска вкусная. Знаете, вот эта колбаска резко стала очень вкусная. Вдруг. Угу. Так. Ну ты скоростной. Может, нафиг я сдам билет, а? У меня настроения даже нету. Если ты получишь идти. Ну там, в принципе, даже если мы немножко опоздаем. Фигня. 300 рублей! 3! 3!
на билеты. Ты что, с ума сошёл? Давай вернем. Оба. Батон колбасы, 2 фуэта. На пару раз. Все, реклама у меня теперь будет стоить 100 тысяч. Я мечу. Готов брать день по 5 штук. Только найти бы этих дураков, которые закажут подохать. Ой. Так. Короче, пришло время все распродавать. Так надо порыться запасов. Халат продавали. Точно. Василек. Девочки, моя золотая жила. Срочно, все. Дед, друг, закрою канал и шлите меня на местном рынке. Буду распродавать Василек. У меня там, ой, девочки, я вам сниму обзор, как сколько я там собирала. Я чувствовала, что вот это настанет, вот это время. Оно мне пригодится. Ну, как это уже, а? Что там мечтаешь, чтобы мы канал закрыли? Ну вот, все. Даже не узнаете, где я бомжевать-то буду. Понимаете? Неужели вам не интересно? Мне было бы чисто интересно. Срочно лайки проставляйте. Понимаешь? Пока я не ушла. Пока идут. Смотрите, последнюю колбаску отдаю, боже. Взять, дядь. Халява, халява, взять, дядь. Халява, халява. Взять. Полизал, все. На сегодня, завтра полижешь. Остатки завтра, да? Блять, я не знаю, это истерика, блядь. Это что здесь? Блин, честно, уже так надоело, все. Ой. Я люблю так, знаете, себя накручивать, у меня сразу все вот. Жаль, все пропало, клиент уехал. И так далее. Ну как? Нормально. Хороший суп получился. Ой. Да. Хорохоришься. Вроде все нормально, потом как это накрывает тебя. И капец. Какой-нибудь валим. Желательно в теплые страны. Чтобы, понимаешь ли, это не тратить деньги на отопление. Помнишь, мы с тобой всегда мечтали в Таиланд перебраться? Мы тогда с Вовчиком, когда уезжали, мы подумали, что, блин, а что классно. Гамачок натяну, всегда тепло. Спи сколько хочешь. А мы видели там, помнишь, это, когда были там это бомжи-то, не помню, ну, правда, не бомжи. Люди без особого места жительства. У них там ливни. Вот он прям вышел, помнишь, он так моется. Правильно. Пока ливни нет. Угу. Чтоб день найти. На билет. Кусочек пленочки. Сверху натянул от дождя. Чуть пониже гамак. И так вот живи. Ладно, надеюсь, все нормализуется. Кто может мне помочь? Помогите. Я не часто к вам обращаюсь за помощью, хотя бы советом. Кто может подсказать? Может, понимаете, этих банков у нас в России херово туча. Всех обзвонить просто нереально. Я пыталась. Но... Кто сможет подсказать? Очень буду рада. И добро не забуду.
Никогда про него не забываю. Вот так вот. Ладно, будем заканчивать. Популярное в кино. Смотрите следующие мои истерики в следующих выпусках. В общем, любим, все целуем. Всем хорошего настроения. Peace! Пока!